Поганая, я тебе сказал, ты рот свой закрой, во-первых, это во-первых, рот закрыл, во-вторых, глаза твои вонючие меня бесят, от них воняет каким-то говном. Ты заканал уже, боже мой, да пошел ты в член! Вот как ты считаешь, беззаботность? Беззаботность или? Коля, ты чего появился? Ты же спал. Я не спал. 9:30 утра. Да, а что ты хочешь делать? Я хочу позавтракать красиво. Мы очень давно не завтракали. Короче, американо и для геев у вас что-нибудь есть? Вам сингл, дабл, сингл, стандартный? Трипл. Я этот самый блогер, видеоблогер. Он правда блогер, реально. Я сам вам ссылку даже дал. Больше ничего не могу дать, кроме ссылки. Не, ну может кое-что. Он же гей. И что? Уберите, пожалуйста, камеру. Хорошо, убрал. Он снимает себя. Он же гей. Эти круги. Эти круги. И что? И все, блядь, знаешь? Ага. Это и круги, и ада, в том числе, конечно. Они, по ходу дела, они пиздятся. Нету соображалки-то. Ее как таковой нет. Ну-ка. Это магические круги. Боюсь, что от того, что происходит в этих кругах, зависит. Я чувствую, это самое, того всего. Ты ебанушка. Ты того всего, а? Ты ебанушка. Санкт-Петербург. 2015 год. 4 марта. Шрек, ёбаный. Я в аду. Это же Серов поёт. Да. Это же Серов, поёт. Мадонна. Песня называется «Мадонна». А я ходил на Серова позавчера. Я люблю тебя до слёз. Но он не пел эту песню, кстати. Не надо снимать. Конечно же, после таких непростых выходных хочется где-нибудь согреться. Я выбрал Грецию и купил туристическую путевку в организации «Свега». А спасибо Марине Ярославовне за эту возможность, предоставленную мне, находиться здесь, на Акрополисе, в этом мегаполисе афинянского типа, я бы так сказал. Здесь, в этом театре, так сказать, нешуточных военных действий, достопочтенный Дионис ублажал своих подданных, падчериц, матчериц, дочерых, племянников. У Диониса была привычка. Прежде чем он воссядет во свой трон, он всегда проверял, а не накапало ли дождя. Забыл сказать спасибо Федору Исаковичу, генеральному директору компании «Прерогатива Синицы». Прерогатива Синицы. Спасибо, Федор Исакович, за жидкокристаллические достояния, за кинескопы, за барабаны, ну, стиральных автомашин. Оказавшись на этой возвышенности, хотел бы вас посвятить в таинство и в благородие очередной таллинской музыкальной недели.
Все пройдет. Без боли и страдания. Нет, не так. Нет, не так. Посмотрите на эту очаровательную юную леди. А теперь посмотрите на этого трогательного юношу. Здесь, на этом стадионе, прошли первые в истории Афин, ну и стало быть, Европейского Союза, собачьи гонки. Я прям слышу. Мы будем играть на гитаре, на барабанах и петь. Я полюбил тебя. Ты просила меня, я... Ой. Митя. Да. От плечевого энцефалита ты какими средствами избавился? Я просто привился. Меня кололи в плечо. Теперь если меня клещ укусит в плечо, никакого энцефалита не будет. Смешно, а потом клещ укусит. Ты еще здесь? Здравствуйте! К вам? Ти-чи-фа-ни-ке! Ти-чи-фа-ни-ке, а Глыб нас сегодня будет выступать, ну! Вот он, ти-чи-фа-ни-ке! Он сейчас подписал контракт с лейблом Барсунделла, это бразильский лейбл, короче. Ты не по течению плывешь, течей. Не по течению. Течей, хуй-чей, мне вообще до пизды, блядь, на то, этот хаос, этот... Это вот именно что хаос, блядь. Это полномочия. Все, что я делал, скорее забудьте. Доктор! Доктор! Смотрю, шахматы. Ну давайте, доставайте шахматы. Ты за белых или за красных? Шахматы. Сейчас. Сыграем. Шахматы. Так вот, шахматы. Маргарита! 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 Сука! Кто сука? Я сука? Ты меня сукой назвал? Штрафная. Вот наши места. Че ты куда-то делаешь все? А где это все? Все пройдет. Останутся воспоминания. Останутся воспоминания. Ты и я. Без боли и страдания. Без боли и страдания. Придешь ко мне на день рождения? Ну, если все придут, и я приду, конечно. А может, я хочу видеть только тебя? Жало, не приду. А зря. Я не сдаюсь, ведь я Возьми! Ну, уже лучше. Нормально так. Я помню, у вас соседский мальчонка.
Пускай он тебя посыт на лицо. Рита! А мне тебя в ноги когда уебать? Можно узнать? Зайка моя, с днем рождения тебя! Я желаю тебе найти невестку. Коли ты уж, блядь, участвуешь в топ-25 женихов нашей столицы культурной. Задувает-то мой чубчик-то. Смешно, смешно. А потом клещ кусит. Если бы не прерогатива Синицы, ни меня, ни древних греков не было бы на этой земле. И когда я зашел в вот этот отель, лег на кровать, по моему члену пропал страх, а? Слушай, отличный бубенцы, да? Че ты, блядь, из коворкинга? Давай, ёпта. Я обосную, чем мы занимаемся. Дабл би себе в жопу засунь. Мы клювьями щелкаем. Заял, выруби камеру на секунду, пожалуйста. Бьюти, подключайся.